Итак, конопля в середине мая разрослась в квартире одного из жителей города. На кадрах оперативной съемки, предоставленной ноябрьским отделом наркоконтроля, видно, как неплохо южная трава чувствует себя в тепличных условиях. И это не мудрено, чтобы растение росло и созревало быстрее. Предприимчивый молодой человек, которому немногим более 20 лет, организовал маленькую, но дорогостоящую лабораторию. К тому моменту, когда наркополицейские решили брать цветовода с поличным, помимо цветущей конопли, у него уже был и запас марихуаны. Теперь наркотическое вещество и лабораторное оборудование приобщены к материалам уголовного дела, а на самого цветовода-любителя заведено уголовное дело.